Сокулукское районное предприятие электросетей выполняет утвержденные планы на 2021 год, проводит замену линии электропередачи и изношенные деревянные столбы меняет на бетонные, а также устанавливает новые подстанции. Эти ремонтные работы имеют огромное отношение к готовности к зимнему периоду, чтобы уменьшить аварийные отключения и бесперебойно снабжать жителей электроэнергией. Меняем старые столбы на новые и устанавливаем трансформаторы. Главная задача – вовремя закончить все работы. В селах Гавриловка, Романовка, Асылбаш, Тошбулак, Национальной и в других селах Сокулукского района ведутся работы по установке новых трансформаторов. В связи с проведением ремонтных работ временно отключается электроэнергия, но такая новость лишь обрадовала многих местных жителей, ведь здесь есть села, которые до этого дня жили совсем без света. Здесь я проживаю 45 лет. За это время не было нормальной подачи электроэнергии. Конечно же, мы радуемся этому. Ведь когда отключают свет, наша жизнь в прямом смысле слова становится темной. Приходится готовить на костре. Не у всех есть газ дома. Самое главное, начали эти планы реализовывать. Напомним, что «Северэлектро» к 2021 году планирует отремонтировать в Чуйской, Таласской областях и в городе Бишкек 44 подстанции по 35 киловольт, 194,50 километров воздушных линий по 35 киловольт, 1350 трансформаторных подстанций по 6,10 киловольт и 978,30 километров воздушных линий по 6,10 киловольт. Рахат Батырбекова, Эсенбек Усенов, СТВ.